Я вас со школы еще не видел. Ну, наконец-то работу свою нашел. Мне литература не пригодилась. Да. Хорошо, что любимый ученик попался мне. Которого вы на второй год оставили? Ну, давай не будем прошлого рушить, да? Хорошо, давайте. Давайте ваши документы. Дома забыла. Дома? А голову дома не забыли иди, а? Голову не забыли. Аптечка есть? Тоже дома забыла. А что-то мы не смеемся, а? Давайте всем расскажите, пусть все посмеются. Ну, Айбек. Что, Айбек? Что, Айбек? Между прочим, уже 29 лет, Айбек. Все, давайте, машина, на стоянку иди. Давайте денежку дам, а ты одного железа купишь. Вот так вот, да, иди, вот так вот. Айбек, я вам расскажу одну историю. Однажды, в 9 классе, на экзамене, один ученик предложил учительнице деньги. А она их не взяла. Так вот, иди, и я... Не такой. Поздравляю!